Награждение проводит участник, участник сериала «Да, реальные пацаны» Владимир Селиванов. Ну что ж, друзья, по итогам этого раунда у нас первый сегодняшний день ничья. Слушайте, очень круто. Спасибо большое, друзья, за зрелище. Я в первый раз на таком мероприятии. Вижу это не по телевизору, а вот так вживую. За кулисами вот здесь смотрю. И вместе с бойцами тут выворачиваюсь из захвата. Жмурюсь, когда сильно бьют. Действительно, дарите эмоции, впечатления, адреналин. Хочется всем пожелать здорового образа жизни. Не курить, не пить, а приходить в Ярополк. Спасибо, друзья, большое. Спасибо за теплые слова.